Всем привет! Сегодня мы с вами сделаем голову для Леди Баг. Итак, для этого нам понадобятся шары круглые 12 дюймов, 2 штучки телесного цвета, 5 дюймов, 2 штучки также телесного. Для волос я выбрала 160-й цвет синий металлик. Нужно нам 7 штук. И одна ШДМ-ка нам нужна для завязочек. На ваше усмотрение, цвет любой, размер любой. Также насос, ножницы, палочка и наклейка на лицо, которую я предварительно вырезала, подготовила. Итак, приступим. Берем палочку, одеваем вовнутрь шара, просовываем. Шары предварительно нужно раздуть, чтобы они были эластичными. И просовываем в другой шар. Теперь внутренний шар мы раздуваем на 12 качков. Готово. Также внутренний шар мы завязываем. Теперь берем пятерочку, раздуваем небольшой пузырек. Это будет наш носик. Вот такого размера, буквально на 2 пальчика. Завязываем узелочек. И хвостик срезаем. Теперь наш носик нужно просунуть вовнутрь между первым и вторым шаром. Берем вот таким образом, открываем горлышко, берем наш носик и аккуратненько его проталкиваем. Теперь раздуваем шар совсем немножко, чтобы наш носик протолкнуть в нужное место. Вот такими движениями. Проталкиваем носик. Все, носик на месте. Воздух можно выпустить. Теперь берем наш шар, который для завязочек, делаем узелочки. Один узелочек срезаем и второй узелочек. Также срезали. Оставшийся кусочек делим пополам. Теперь берем наши узелочки и таким же образом просовываем вовнутрь шара. Один узелочек на одну сторону, переворачиваем, и второй узелочек на вторую сторону. Вот таким образом. Отпускаем. Также немножко набрали воздуха. И эти узелочки также перемещаем. Перемещаем в нужное место. Смотрим, где у нас будут хвостики на прическе. Дальше аккуратно подщипываем и с другой стороны в такое же место.
смотрим, чтобы были одинаковые на одном расстоянии. Все. Также воздух выпустили. Теперь берем наши завязочки, за узелочек аккуратненько хватаемся, прищипываем и перекручиваем несколько раз. Берем завязочку и вокруг узелочка завязываем на 2 узла. И с другой стороны таким же образом. Аккуратненько отщипнули, перекрутили завязочкой. Завязываем. Вот узелочек у нас торчит. Все, завязочки сделали. Теперь надуваем еще одну пятерочку. Здесь нам нужно чуть-чуть больше пузыречек, где-то на 3 пальчика. Завязываем узелок. Обрезаем хвостик. И таким же образом вовнутрь шара заталкиваем. Здесь нам нужно тот шарик внутренний поправить. Здесь горлышко держим и шарик проталкиваем вовнутрь. Вот таким образом. Это будет наша бородка. Немножко воздух надули и шарик проталкиваем. Немножко надо переместить. Хвостик у нас видно, поэтому шарик нужно подкрутить. Вот таким образом. И давайте достанем хвостик. Еще немножко поправим. Немножко добавим воздуха. Вот таким образом. И завязываем голову. Все, завязали. Теперь наклеиваем нашу наклеечку на лицо. Вырезаем склейкой бумаги, подготавливаем маску. И аккуратненько над носиком наклеиваем. Эти разрезики можно легко сделать и поправить. Все, масочку наклеили.
у нас остается ротик. Я вот так приклею немножко наискосок, вот таким образом. Все, с лицом мы закончили. Теперь у нас остается сделать волосы. Раздуваем 160-е шары. Я их раздула заранее, чтобы не тратить ваше время. Все 7 штучек. На конце мы оставляем хвостик на 4 пальчика. Берем один шар, подвязываемся к одной завязочке. Берем второй шар, подвязываемся к другой. Теперь делаем пузырек на 2 пальчика и перекручиваем в ушко. И с другой стороны. Лишние веревочки можно отрезать. Теперь начинаем делать прическу. Отмеряем нужный пузырь, где у вас будет пробор на волосах. Вот здесь где-то наискосок мы сделаем. Перекрутила. С другой стороны. С другой стороны мы также отмеряем до нашей перекрутки пузырь. Перекручиваем вместе. Теперь с одного шарика делаем пузырек на 2 пальчика. Перекручиваем в ушко. Теперь этими шарами мы возвращаемся назад. Вернулись. Отмерили нужный пузырь, перекрутили и вокруг пузыря обернули. С другой стороны таким же образом. Теперь берем еще один шар и за хвостик обкручиваем вокруг пузыря посередине. Он будет у нас идти вниз, как проборчик. Делаем небольшой пузыречек на один пальчик. Перекрутили. Удерживаем. С уха поднимаемся вверх до нашего пузыря. Отмеряем. Соединяем с пузырем. Возвращаемся назад, отмеряем пузырь чуть-чуть длиннее, чем предыдущий, и перекручиваем с пузырем. С другой стороны проделываем то же самое. Это у нас серединка. Снизу поднимаемся вверх. Отмеряем, соединяем с серединкой. Здесь у нас шарик уже маленький, поэтому довязываем следующий шар. Довязали. И возвращаемся вниз. До нашего пузыря перекручиваем вокруг пузыря. Здесь у меня пузырек сдувается, я сделаю новый с этого пузыря.
Теперь вверху также делаем проборчик, небольшой пузырек. Перекрутили. Теперь возвращаемся также вверх до пузыря и обратно вниз. Перекручиваем, хватаемся за пузырь. С этой стороны у нас также маленький шарик, подвязываем другой. Подвязали. Теперь подвязанный мы также берем и идем вверх до нашего пузыря. Перекрутили, соединили, возвращаемся вниз. Пузырь делаем больше, обкручиваем вокруг. Теперь продолжаем, делаем еще один вниз пузырек, серединку. Также берем сбоку, отмеряем вверх, перекрутили, возвращаемся назад. Перекручиваем. Здесь для того, чтобы у нас прическа держалась, каждый пузырь он идет больше. И здесь у нас остается с этой стороны проделать то же самое. Идем вверх до перекрутки, отмеряем, перекручиваем и возвращаемся вниз. Отмерили пузырь, перекрутили. Все. Вот таким образом должна прическа у вас получиться. Лишнее мы убираем. Завязываем крепко узлы, чтобы прическа не распустилась. Здесь также все срезаем. И с другой стороны. Нахожу любой хвостик и завязываю узел. Вот таким образом. Остается сделать нам хвостики. Берем один шар, подвязываемся с одной стороны. Теперь делаем пузырь на 8 пальчиков, перекрутили, возвращаемся назад на 8. Перекручиваем вместе. Таким же образом еще два раза.
лишнее убираем. Волосики между собой можно вот таким образом соединить. Вот такой сделать хвостик цельный. И с другой стороны таким же образом. Все, хвостики я спрячу. При желании можно сделать еще красные бантики, но это по желанию. Все, такая красотка у нас получилась. Как сделать туловище, смотрите в следующем моем уроке. А на сегодня это все. Всем спасибо за внимание. Если вам понравилось, ставьте класс. Обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе новых видео. До новых встреч! Пока-пока!